победу сборной Бразилии в товарищеском матче против немцев в Берлине принес гол Габи Жизуса в конце первого тайма. После серии финтов Виллиан подал на линию вратарской, а Жизус головой мощно отправил мяч по центру ворот с линии вратарской. Кипер Германии Трапп среагировал, но удар был такой силы, что мяч все же перелетел через ленточку. За несколько минут до гола состоялся красивый эпизод, автором которого стал Леон Горецко. Немецкий полузащитник идеально остановил мяч на линии поля, а затем сделал клона из бразильского защитника Марсело, уйдя от него крутым финтом. Гол Жизуса стал единственным в матче. Горецко летом перейдет в Баварию. Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме.